Приветствую всех на своем канале. Сегодня будет вот такое необычное видео. Перед собой вы видите деньги. И я вам расскажу, как люди начинают работать в интернете. Вот видите, на основе вот этой колоды карт. Итак, люди приходят работать в интернет и начинают перебирать колоду. Итак, первое. Троечка. Это не ваш клиент. Дама. Валет. Опять ничего не получается. Опять валет. Опять дама. Десятка. Где же... О! Попадаются вот такие карты, которые называются Джокер. И возможно вам это поможет. И они дальше начинают перебирать колоду. Девятка, двойка. Король, семерка, пятерка, восьмерка, четверка, двойка опять, четверка, девятка, король, десятка, девятка, шестерка, восьмерка, тройка. Вот ваш козырь. Вот ваш козырной туз, который придет в вашу команду и будет вам приносить деньги. Это человек, который позвонит вам и скажет: «Дорогой, я нашел кучу клиентов, и ты теперь не будешь ни в чем нуждаться». И так далее. Опять десятка, валет, пятерка, дама, восемь, четыре, шесть, опять джокер. Да, вот это тоже шанс получить себе какую-то... Это вот называется в жизни повезло, когда вы достали двух джокеров. Но все-таки вам нужен козырной туз, потому что джокер обычно не работает долго. Смотрите, опять дама, семерка, шестерка, пятерка. Многие люди спрашивают, чем я занимаюсь в интернете, как я зарабатываю. Ребята, я перебираю карты. Посмотрите, вот таких козырных тузов, вот опять тройка, семерка, вот таких вот козырных тузов у меня достаточно много. Я давно уже живу на пассивном доходе. Тройка, восьмерка, девятка. Семерка, шестерка, король. Да, король, возможно, тоже вам принесет, но эти люди называются те, которые приходят в интернет-бизнес, отбивают свои деньги, так называемые, и на этом заканчивается. Никогда не работайте с людьми, которые вот такой вот масти, например, даже не масти, а троечками. Троечки, пятерочки, четверочки, двоечки – это люди, которые бегают по проектам и нигде ничего не зарабатывают. Так, продолжим дальше. Вот она, кстати, двоечка. Опять валет. Вот еще один туз, который принесет к вам в команду пассивный доход. Десятка, пятерка, король, четверка, двойка. И снова туз. Вот эти четыре туза сделают вас богатыми. Так вы спросите, что делать дальше, когда колода закончилась? Отвечу. Ребята, если закончилась колода, берите новую и снова ее перебирайте. И еще одно хочу объяснить. Когда люди начинают бизнес в интернете, соответственно, не знаю, где какую они такую историю услышали, что нужно и можно заработать на пассиве. То есть они пытаются заработать биткоины на пассиве, пытаются какие-то деньги на пассиве заработать. Ребята, вот начиная работу, давайте посмотрим, с чего начинает человек. Вот он берет вот такую бумажечку, говорит: нет, много. Не дам я ее, короче, забираю. Мне жалко. Потом он берет $1,
Ну, доллар, ну, вроде не деньги, но все же я думаю как-то, ну, я подумаю, доллары я тоже не буду тратить, и 500 рублей мне жалко, а тем более 20 долларов. 20 долларов это дорого, вы что, я такого не могу себе позволить. И что он делает? Он берет 1 рубль и при самом лучшем исходе он получит 1 рубль. При самом худшем он его потеряет. Итак, я вас призываю, начинайте уже думать и ищите в своей колоде, в своих контактах вот эти вот 2 джокера и 4 козырных туза, которые вам принесут пассивный доход. На этом заканчиваю. Всем привет!